Так, друзья, я сейчас нахожусь возле стены плача. Это женская территория. За этим забором находится мужская территория. И только что написала записки и положила их за всех своих родных и близких. За всех. Покаялась в своих грехах, конечно же. Попросила у Господа прощения. Поблагодарила Его, потому что в моей жизни есть за что быть благодарной. За все те чудеса, за все в жизни моей и моей семьи. Но мы продолжаем свой путь дальше.